Меня зовут Агеев Александр Николаевич. Справедливый. Решительный. Требовательный. Успешный. Умный человек. Воспитанный. Надежный. Стратегичный. Настойчивый. Эмоциональный. Жесткий. Любит хоккей всей душой. Это любимый вид спорта. Это любимая работа. Всю жизнь в хоккее. И провели большую, огромную работу, чтобы все лучшее, что есть в России, наши школы, наши воспитанники увидели, приезжая сюда, команды хорошего уровня и хороших школ. И для развития это нам очень здорово. Ну и для нашей команды, безусловно, тоже здорово. Больше мне нравится после работы, после игры пойти в тренажерный зал, пойти в бассейн, поехать на рыбалку, пойти с ребятами сыграть в футбол. И как-то это перенастраивает, перезагружает. Жду с нетерпением Ярославль. Меня там многое связывает. Я там 5 сезонов незабываемых провел в Ярославле. Поехал я в 17 лет. Это самые такие молодые, незабываемые годы. И вроде бы и работа, и в то же время это молодость, это бурная молодость. Хорошее было время.